Всем привет из прекрасной Грузии! Сегодня мы решили прокатиться до Гадерзи, немного сменить обстановку. Посмотрите, какая у нас живописная дорога. Такая у нас дорога. Леш, ты на музыку потише. Да это еще нормальная дорога. Дальше будет хуже. Ну что не сделаешь ради того, чтобы посмотреть снег? Ну что, мы решили здесь остаться на один денек. Вроде бы нашли гостиницу такую семейную. Все в облаках. Одну ночь надо комнату. Да, да. Кушать там все дела. Кушать хочешь? Да, будем кушать, да. Вечером или сейчас? Вечером. Мы сейчас поедем в Гадерзи. Ага. Без шуми. Через два часа назад вернемся. Ага. И будем, да, кушать. Да. Ага. Одну минуту. Номер посмотрим. Ну давай, ты иди, я. Холодно у вас, нет? Холодно. Холодно, надо, чтобы тепло было. О, балкон классный. Печка. Класс. Отопление в чем тут? Включить надо отопление, да? Чтобы тепло было. Так, сейчас я номер сниму. Здесь три кровати, знаете, так пахнет вкусно, деревней пахнет. Ну, печки, костром. Ну да, да. Полотенце, все. Все чистенько. Все хорошо. Чистенько, ага. Посмотрите, вот какой балкон у нас. Будем. А у вас что? Здесь несколько номеров. Кукуруза. Мы заселились, теперь можно поехать снег поискать.
Вот мы и добрались до снега. Мы приехали вовремя, снег пошел. Мы поднялись наверх, на Гадерзе. Здесь стройка идет во все, вон все отели, все строится. Только когда это все заработает, наверное, в этом году не будет сезона. Подъемники. Ну, вообще у них сезон, по-моему, с 20 декабря, по-моему, начинается, да, в интернете что-то написано, лыжный. Ну, посмотрим, как будет. Зато мы остановились в хорошем гестхаусе, там внизу 4 километра отсюда, с прекрасным видом, вот так. Сейчас нам там готовят шикарный ужин, сказали. Винчик, чача, все, говорит, у вас будет, как положено, говорит, встречать гостей в Грузии. И вот мы одну ночь там заночуем, лень ехать в Батуми, а завтра с утра поедем. Хотели подняться наверх. Там смотрите, что творится. Туманище полное. Хоть, ну, на самую вершину горы. Здесь километров, наверное, 7 еще ехать. Толку нет никакого. Поднимемся, а там просто будет молоко. Поэтому здесь сейчас снежки поиграем и все. И поедем ужинать. Поехали. Так что так вот. Это вы там в Батуми в море жаритесь, а у нас снег идет. У нас хорошо. Вот так. Опять у нас будет, значит, хороший Новый год. Мы снег видели. Надо спросить, у Новый год работает. Здравствуйте, у вас сейчас работает? Работает ваше шале? Узнали, сколько номера стоят в этих шале. Четырехместный, говорит, 250, ну, на Новый год будет 250 лари. Ну, на двоих, наверное, она говорит, пополам делит, двухместный, наверное, 120. А вот пятый номер и четвертый номер, вот где дым идет, это семейные домики, на 12 человек, говорит, рассчитано. Вот там чей-то домик, да? Ну да, наверху домик такой. Вот его тоже заселиться в нем так интересно, по кайфу. Считай, что в лесу на горе живешь. Дрова нам принесут. Буду печку топить. О. И хоп. И отдыхать. Винчик? Не знаю. Или чаек? У нас кофе, чаек кофе, есть. Кофе, чай, кофе. У нас чаек, да, пить сегодня. Пить плохо, вредно. Такая печь. И там вот второй номер есть. Как на даче, да? Да. У нас также, если печку, камин, вернее, камин затопим. Заходи, мысли. А нам сейчас еще ужин готовят. Сказали, минут 30 подождите, что-то там будет деревенское, вкусненькое такое. Вот. Вообще, этот гестхаус стоит двухразовое питание. Вот ужин сейчас и завтрак. Ну, в ужин входят все дела, естественно, для взрослых, там, ну, такие, которые, напиточки, двухместные, ну, за два человека 100 лари. Это номер, это этот камин, ужин, завтрак, все дела. И туалет туда входит с душем в эту стоимость. Короче, мы очень довольны. Не стали ехать, время вроде бы позволяет, до Батуми можем добраться, ну, решили просто подышать
горным воздухом. Поэтому, что такое 100 лари? Это всего-то 4 килограмма мяса. Поэтому, вот так, будем наслаждаться природой. Вкусный чай. Нет. Домой хотел 1-2 килограмма домой. Договорились? Не знаю. Вот, переводчик нашел. Угадаете? Да. Сколько стоит лари? 10 лари. 10 лари? Да. Окей, хорошо. Сейчас попробуем, если вкусный будет, завтра купим, ладно? Да. Все, на дома. Вот, вот и так. Вау. Супер. Все. Мадлова. Давай. Вы видите, что там в графинах, да? Не надо перечислять. Вот. Ну, вот в этом графинчике это просто вода, а все остальное здесь. Все, давай кушать, все остынет. Прям так, знаете, по-домашнему и по-деревенски. Картошечка, огурчики, печень. Приятного нам аппетита. Вот настоящая жизнь деревенская. Я последний раз камин топил, вот мы когда 2 года назад были на даче, по-моему. 2 года, да, последний раз? Наверное, да. Да? Новый год. Или 3? 3 уже. 3. А, 3 года назад последний раз камин топил. Ну, вот сейчас печку будем топить. Такой кайф просто. Запахи какие. Вообще все. Вообще супер. Вот. Какой треск стоит, когда поленья разгораются. Такой треск стоит, сейчас все будет это трещать. Вай, вообще супер. Не приедешь? Ночью мороз есть здесь? Нет. Не будет, да? Просто если воду слить, не слить, самовательно, чтобы не разморозило. У меня в машине тоже. Тоже вода? Да. Вода все дня осталась. А, понятно. Там-то мороз-то большой наверху, там 7-8 градусов. Ну, наверху на Гадерзе, где, ну, в районе Бишуми, да. Да, да, там. Ребят, мы проснулись, а у нас... Посмотрите. Какая красота. Прекрасное утро в горах. Правда, как на даче на Урале. Мамочка моя. Мамочка моя. Ой, блин, ребята, жесть, а. Смотрите, проснулись. Еще воду не слил. Вот спасли нам пойти, надо будет ехать. Ой-ой-ой. Thank you.
Да. Приехали в горы. Ну по кайфу же. Да. Щетки нету, ничего нету. А, ну веник есть, веник возьмем. Сейчас еще позавтракаем вкусненько. Да. И поедем. Я тоже выходила, Олежа еще не выходил на балкон. Да, красота. Супер-пупер называется. У нас печка уже с утра нам растопили. А часа через три будем в Батуми на море. Красиво, да? Угу. Надо вот так с шапкой с этой ехать до Батуми. Дотянула бы она, наверное. Там бы все ошалели бы. Откуда он снег нашел? У нас такой деревенский завтрак. Хачапури, сметана, сыр. И повидло. Повидло. Мы домой взяли сметаны и сыр. Домашний сыр. Эти коровы паслись наверху в деревне Бишуми. Там ели траву все лето. Это вот хозяин дал из своих запасов на зиму. Машина ведет очень сильно, я вышла. Вот здесь очень плохой участок. А с другой стороны мы вообще не смогли подняться. Красиво, солнышко уже за горами, офигеть. Я так хочу уже, чтобы было Батум. От этого снега такой дороги уехать бы побыстрее. Ну вот и все, ребята. Выбрались мы из снежного плена. Жесть, все, мы уже в Хула на асфальте. Но сейчас часика полтора, и мы дома в Батуми. Вот, машина, конечно, грязная вся. Сейчас на мойку. И отдыхать домой. Хотя, мы что делали? Мы тоже отдыхали, только в горах. Ну все, пока. Вот это место. Ну ты едь, но не гони сильно.
А почем рыба? Рыба. Сколько? О, подойди, пожалуйста. Не-не, подойди сюда. Я вижу, что очищено. Я говорю, почем килограмм у него рыбы? 3 килограмма 45 лар. А, 15 лари килограмм получается? Да. А откуда эта рыба? 25 лар 2 килограмма. А откуда это? Да. Здесь в речке поймали? Да? Из речки эта рыба? Да, речка. Как называется? Цвера. Храмули. Во-во-во. Храмули. Да. А вот эта большая, сколько она весит? Сколько вот эта большая? Сколько? 3 килограмма. А, три рыбы, 3 килограмма, да? 3 килограмма. А-а-а. Когда поймали? Свежие? Свежие. Я понял, Ну, возьми. Давай. Вот и рыбу пожарим. Храмуля, вот она называется, храмуля. А я первый раз слышу такое название. Ну, это вкусная рыбка. Да-да-да, свежак, да? Ну-ка, жабры, как у него? Жабры. А, жабры ты убрал, да? Ну ладно, окей. Мадлоба. Брось туда багаж, вот сюда, в ноги. Вы чем, сетями ловите? Я говорю, сетями ловите? Сети или чем? Или удочка? А, икра? А, понятно. Да, давай. А, багажник, да, ага, окей. Ага. Хурма в Батуми есть много. Не-не, спасибо. Все, мадлоба, удачи. Спасибо. Решили ее сейчас приготовить, пожарить. Ни разу не пробовала.